Всем мое почтение. Вы когда-нибудь задумывались о том, что является самым главным во взаимоотношениях учителя и ученика? По-моему, самое главное – это взаимопонимание и взаимоуважение, без которых даже мастерски данный урок пройдет мимо кассы. Вы когда-нибудь задумывались о том, что является самым важным во взаимоотношениях врача и пациента? На мой взгляд, самым важным является духовная взаимосвязь, без которой даже дорогостоящее лечение может не возыметь должного эффекта. Вы когда-нибудь задумывались о том, что является главенствующим в отношениях правителя и его подданных? Здесь на первое место выходит признание подданными действий правителя. И пока совокупное большинство подданных одобряет действия своего правителя, власть останется непоколебимой. И ни один инь-лаван не пройдет. Гумилев Николай Степанович. Призрак какой-то неведомой силы. Тыль, указавший законы судьбе, тыль, император, во мраке могилы, хочешь, чтоб я говорил о тебе? Горе мне, и я не трибун, не сенатор, я только бедный бродячий певец. И для чего? Для чего, император, ты на меня возлагаешь венец? Заперты мне все богатые двери, и мои бедные сказки, стихи слушают только бездомные звери. Да на высоких горах пастухи, старый хитон мой изодран и черен, очи незорки, и голос мой слаб. Но ты сказал, и я буду покорен. О, император, я верный твой раб. Всем спасибо.